Вы никогда такого не видели. Расписание поездов мне нравится, что стрелки они выставляют сами. Мы все привыкли к электронному табло, ничего подобного. Это часы, и причем часы, которые даже не идут. То есть ты сам можешь подойти и определить время выезда твоего поезда. Причем тут есть градация. Ну, куда можно попасть, это понятно. Вавуния, Канди, Марадана, Матара. Матара, да? Вам нравится Матара? Where do you go? Where do you go? Which city do you go? Канди. 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 А мы знаем, что в Канди находится великая реликвия, зуб Будды, к которому паломники ежегодно стекаются практически со всех концов земного шара. Ну что же, мы здесь видим какой-то... Вот они решили, что сегодня пойдет экспресс, значит экспресс. А вот этот поезд прямо вот четко и понятно. Мне нравится, они говорят slow, медленно. Да? То есть прекрасно, едете, ни о чем не думаете. И приезжайте тогда, когда вам заблагорассудится. Когда опять же, поезд заблагорассудится. Да, опять же, вот, пожалуйста, экспресс, и он завтра станет восточным. Буквально на один маршрут, потому что нам так надо. Мы поедем... Скажи, пожалуйста, а в какую сторону мы поедем завтра? По какому маршруту? Какой город? Из этих маршрутов. Это сегодня расписание. А завтра будет другой расписание. Вот, например, вот на английском посмотрите. Ага, завтра. А сюда идет поезд как раз... Галлея. 8.32. 8.32. Это третий, посмотри, Матра Галлея. Мартана, Матра.